Представители официальной делегации из Фрунзенского района почтили память павших у монумента героическим защитникам Ленинграда. Торжественно-траурная церемония прошла на площади Победы. Сейчас на этом месте всемирно известный монумент, возведенный к 30-летию Великой Победы. А 75 лет назад здесь была застава, через которую бойцы отправлялись на фронт, а кому повезло, возвращались обратно. Блокадники до сих пор помнят и радость Победы, и страх смерти, которая поджидала жителей Ленинграда на каждом шагу. Выйдешь вот самое на улицу за хлебом или что смотришь, там валяется тот самый раненый, то уже который... В конце 42-го года там эти мертвые, которые уже даже не могли дойти до магазина. В этом году участники церемонии услышали историческое радиосообщение Юрия Левитана о капитуляции фашистской Германии, которое было записано 8 мая 45-го года. Подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Цветы возложили представители городских властей и жители Петербурга. К траурной церемонии присоединились школьники, студенты, курсанты и горожане.